Утро на Болткоме. Еще раз доброе утро. Да, тут пришло, значит, сообщение, во-первых, Плутон уже не планета. Да, действительно, он считается карликовой планетой. Я сказал, что он карликовая планета. Ну и, кстати, когда спрашивали ту девочку, которая уже была 80-летней старушкой, она сказала, ну, знаете, вот я уже в том возрасте, когда меня это мало волнует. Она проработала всю жизнь учительницей. Ну, а между тем, да, вот просят нас, значит, снова про выгул собак рассказать. В следующем часе у нас будет такой интерактив, так что сможете там оторваться, прогреть телефоны, как тут нам пишут слушатели. Будет такая тема, что прогреем телефоны по другой тематике. А к вопросу о выгуле собак, ну, и в городе, и на пляже, тут у нас что намекают на вчерашнюю очень живую дискуссию, которая у нас случилась в эфире. Мы обязательно действительно в ближайшее время планируем вернуться к этой теме, потому что, ну, в общем-то, вопрос резонансный. Есть хорошие новости, ну, как хорошие новости, есть неплохие намеки. А сегодня в 10 часов начнется заседание правительства. И есть такой сигнал со стороны премьера-министра Кариньша, он об этом сказал сегодня с утра в интервью латвийскому телевидению, что он сделал прогноз, что после 6 апреля чрезвычайная ситуация продлена не будет. То есть намек на возвращение к нормальной жизни. Конечно же, будет торговля о том, как начнут приоткрываться различные заведения, там, на работу, когда будут официально нас отпускать с удаленки. Ну, посмотрим, посмотрим. Сегодня в течение дня следим за новостями, слушаем радио Болтком, читаем портал Mix News, держим руку, где только можно услышать, нащупать пульс. Нащупать. Ну, и вот говоря про коронавирус, действительно, все под Богом ходим, никто не знает, ну, как бы, где, когда, что может случиться, и люди вот поражают он и людей, ну, пожилых, но и молодых тоже. И поэтому, в общем, на это, наверное, и существуют вот всякие страховые компании, чтобы нас подстраховать на эти случаи. А мы часто вот как бы как страусы пытаемся спрятать голову в песок. Хотя, вот, мне кажется, раньше люди, вот поскольку были времена суровые, и чума там, и мор, и недород, и войны, и люди всегда были готовы к смерти. Ну, то есть, вот они, в принципе, старались как бы держать это в голове, что все мы смертны, и очень думали над тем, что произойдет вот в случае внезапного чего-то вот того, что произойдет с ними. Писали завещания, там где-то что-то копили, откладывали, всегда со всеми проговаривали. Вот сейчас мы как-то вот пытаемся убедить себя, что мы будем жить вечно, и что это вот ничего. А тем не менее, как там было в «Мастере и Маргарите»? Мало того, что человек смертен, человек смертен внезапно. Но при этом опрос показывает, что почти 20% жителей Латвии до сих пор считают, что разговор на подобные темы в семье не актуален. А речь идет о том, что мы, по большому счету, боимся говорить с родными и близкими о том, как быть, случись с нами, не дай бог, что-то самое такое плохое. Больницы, похороны, наследство, пенсионные фонды, накопления, недвижимость, вот это все мы не обсуждаем. Вот мы вчера буквально, да, говорили по поводу того, что человек может спрятать там какие-то вот накопления свои куда-нибудь вот припрятать и никому не сказать из родных. И вот случись с ним что-то, могут выбросить этот, ну, сколько там было известно всяких случаев, там выбрасывали матрас, а в нем были чуть ли не там золотые слитки. Ну, так я больше скажу, обошлось без золотых слитков, не знаю уж, хорошо это или плохо, но после ухода моей собственной бабушки мои родители в ее семье обнаружили отложенные деньги, о которых никто и знать не знал. Ну, не то чтобы это такой прям, не назвать это, согласись, приятным сюрпризом. Угу. Просто люди были ошарашены, что жил человек, откладывал всю жизнь, накопилась довольно солидная сумма и молчала, никому не говорила. Боялась даже вот со самыми близкими сказать, что, ребята, если со мной что-то случится, вот. Угу. Но зато вот у нас есть гость на эту тему, который, может быть, объяснит, расскажет нам все, разложит по полочкам. Президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашинс с нами на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Подтвердите, пожалуйста, действительно ли было проведено подобное исследование, и насколько цифры удручают, насколько мы боимся разговаривать с родственниками о таких вещах, вот где, что у нас лежит, не дай бог, случись что, чтобы они были в курсе, и как быть, и что делать? Ну, я полностью согласен с вами, что, в принципе, когда-то мы были
можно сказать, более готовы к тому, к этому черному дню. Даже было так, что у латвийцев где-то пустой гроб стоял. Я помню еще, как я со своим двоюродным братом мы еще в нем попробовали полежать, когда мы были в возрасте там 5-8 лет. И, в принципе, для нас подходило. Но он был такой XXL для нас точно. Мы вдвоем могли там лечь. Ну, ладно, это так. Черный юмор с самого утра. Да. У кого если какие хорошие воспоминания о детстве? Хорошие воспоминания. Да, а я вот в гробу играл. Но если к этому делу подходить более серьезно, то, конечно, то, что мы посмотрели в этом опросе, мы, в принципе, посмотрели, готовы ли латвийцы к этому черному дню, говорили ли они об этом и готовили ли чисто документально, готовились ли к этому черному дню. И ваш вариант с бабушкой, он, ну да, он действительно показывает, что ситуация не столь хороша. И к тому же, еще учитывая то, что деньги иногда меняются, то может получиться даже так, что это заначка или накопление, которое в матрасе нашлось, потом, может быть, стоило, может быть, даже ничего не стоило, просто осталась бумага. Но, в принципе, две трети латвийцев, можно сказать, о этих вещах подумали, что надо проговорить в семье. Но то, что только 9-10% проговорили и документально эту вещь тоже обработали. То есть документы у них в порядке, и они не только знают, что и как делать, но даже у них все документально подготовлено. Скажем так, 35% не говорили вообще, и где-то процентов 20% думают, что для них это не актуально. Ну, не знаю, почему не актуально, потому что мы все смертельные, ну, вопрос только во времени. Ну, и где-то процентов 20% говорили, но до конца ничего не сделали. То есть цифры разные. Но все эти цифры показывают о том, что, в принципе, нам об этом надо думать заранее, думать о таких вещах, как у вас с бабушкой, думать о таких вещах, чтобы наши дети между собой не ссорились, когда мы уйдем из жизни, и, в принципе, заранее к этому подготовиться. Будет меньше работы у адвокатов, будет меньше работы у судей, но зато у наших детей с нервами будет все немножко лучше, чем у нас. А насколько часто подобные скандальные разборки, ну вот вы только что упомянули, меньше работы у судей, меньше работы у адвокатов, действительно ли собачится потом? Действительно собачится. Сколько? Ну, это трудный вопрос, но я знаю, ну, немало, скажем так. Ну, то есть вам известны такие случаи и их достаточное количество? Да, то, что нам очень точно известно, это то, что где-то раз в квартал нам в ассоциации звонит или даже чаще раз в два месяца звонит кто-то и спрашивает, что вот мы нашли старый полис по страхованию жизни, посмотрите на него, куда нам обратиться, этот полис еще в силе и так далее. То есть вот эту вещь мы точно знаем, что раз в два месяца такой звонок у нас состоится. То есть люди находят, люди потом спрашивают, и это только означает, что в семье это не проговорено, в семье неизвестно, что, где и как, и что делать в этом плохом варианте, в этом случае. А как правильно оформлять, у кого оформлять подобные документы? Ну, это называется завещание, или это приложение к завещанию, или к завещанию это вообще не имеет отношения. Это надо делать у страховщиков или лучше обратиться к адвокату? Ну, скажем так, там разные вещи. Если мы говорим про такую, ну, как главный нотариус в Латвии говорил, нужно сделать в семье такую папку. И лучше всего, чтобы в этой папке эти документы на черный, самый черный день и лежали. И в эти документы, в эту папку может входить там полис по страхованию жизни. Он оформляется у страховщиков по жизни, у страховых компаний. Там завещание. Завещание оформляется у нотариуса. Еще какие-то документы на недвижимость, на движимость и так далее. Или, скажем так, список, где таких документов можно найти. То есть делаем такую одну папку, и тогда уже мы понимаем, к
кому надо идти, чтобы разные документы сделать. Полис по страхованию жизни у страховщиков, на завещании у нотариуса, не знаю, там что-то из земляной книги, чтобы человек знал, ну и в списке самое сверху или ниже можно написать, что заначка в матрасе, чтобы понятно было, что еще там что-то есть. Напоминаю, мы беседуем с Янисом Абашинсом, президентом Латвийской ассоциации страховщиков, а поводом послужило исследование, проведенное ассоциацией, которое показало, что латвийцы совершенно не готовы к тому самому черному дню, не обсуждают с самыми родными и близкими, что делать. Вот протокол, не обсуждают наследство, не обсуждают даже такие вещи, как там хоронить или кремировать. Ну вот, кстати, можно вспомнить нашумевшую историю с ДТП Михаила Ефремова, когда вот, ну, человек, который погиб по его вине, но тем не менее история-то там выяснилась, что он не жил с прежней семьей, а у него была, ну, другая семья, где он не оформил, вот он все никак не мог оформить отношения, и в результате женщина, ну, которая практически являлась его женой, она ничего не получила, ни компенсации, ни денег там от самого Михаила Ефремова. Более того, она не могла даже выступать в роли пострадавшей, да, потому да, что да. С точки зрения закона она никто. И вот, ну, был вопрос, что да, вот человек жил, он наверняка, ну, может быть, он собирался это сделать, но он как-то не задумывался о том, что его вот внезапная такая кончина, действительно вот ужасно, когда, ну, вот вдруг внезапно случилось несчастье, и его родные, как бы вот его, ну, близкий человек, с которым он прожил достаточно большое время, оказался ни с чем. То есть вот в Латвии такого рода, вы знаете случаи, когда, ну, вот происходили действительно вот... И тут, кстати, мы можем перейти к обсуждению смежного вопроса о том, что считать вот гражданским партнерством, что считать браком, и к разговору о том, что сейчас, ну, точнее, ведутся разговоры о расширении всех этих понятий, закреплении их в законодательных актах. Вы согласны, что обязательно нужно добавить законодательные акты вот подобными тоже формулировками, как партнерские отношения, партнерский союз, опять же, во избежание вот этих вот имущественных и прочих споров? Я бы сказал, что ладно, это не относится к страхованию и страхованию жизни, но если так подходить чисто от логики, то я думаю, эти формулировки в законе нужны, потому что если мы видим, что в жизни эти случаи существуют, и в таком случае, как вы рассказали про российского актера, то там даже можно сказать, что если его действительная жена, ну, та женщина, с которой он вместе жил, будет звонить в больницу, она даже ничего про него в больнице узнать не сможет. То есть нужда в таких формулировках и нужда в том, чтобы это было оговорено где-то в законе, я думаю, существует. Отдельный вопрос – это уже там церковь, что об этом говорит и так далее, где гражданские эти отношения, где, скажем, уже более серьезно это все. Но в каком-то мере, я думаю, в законе это надо прописать, чтобы эти дела уладить. Потому что вы спрашивали, происходит ли так, что вот действительно человек, с которым кто-то живет вместе и ничего не может узнать, постоянно происходит. Я думаю, у нотариусов и юристов это еще более понятно, потому что к ним тогда люди идут и жалуются, и пытаются что-то от этого завещания получить. Но в реальной жизни, как вы говорили, эта женщина оказалась ни с чем, потому что она, в принципе, чисто юридически никто. Но из-за этого, я думаю, что мы бы ничего не потеряли, если бы в законе это оговорилось. Но так, это мое мнение об этих вещах. Вот скажите, пожалуйста, страхование жизни, вот многие, ну вот, не знаю, из суеверных, может быть, каких-то соображений боятся страховать свою жизнь, но тем не менее, вот что дает человеку, вот какое, ну, может быть, если мы говорим и о материальном, и о моральном каком-то спокойствии страхования жизни, вот на случай каких-то, ну, совершенно непредвиденных обстоятельств, и какие случаи могут, ну, входят в это страхование? В принципе, можно сказать так, что кроме самоубийства все туда входит, можно так сказать. И обычно это стандартный договор, который латвийские страхователи жизни, страховщики жизни предлагают своим клиентам.
Если мы говорим о страховании жизни как таковой в Латвии, насколько это распространено, то я бы просто назвал одну цифру или несколько цифр. Если, скажем, в Латвии страхование жизни составляет где-то 25% от общего объема страхования в латвийском рынке, то в Западной и в Старой Европе эта цифра где-то 50%, даже 60% в некоторых рынках. И это означает, что, в принципе, там люди больше думают об этом черном дне, они больше накапливают, они больше думают о том, что будет со мной, когда я уйду от жизни, что останется после меня. То есть наш рынок страхования жизни еще, можно сказать, такой подросток, и еще надо много и долго работать для того, чтобы у нас, скажем, этот рынок и вместе с тем вот этот экономический буфер, или как его назвать, был бы немножко серьезнее, чем он сегодня. Потому что получается, что латвийцы полагаются, не знаю, на Бога, на черта, на соседа, на кого-то другого, но не полагаются сами на себя и не создает этот буфер для черного дня. То есть нам над этим еще работать и работать. Да, надо работать над, конечно, ростом вот этого самосознания жителей Латвии. Огромное спасибо, господин Абашинс. Напомню, мы беседовали с Янисом Абашинсом, президентом Латвийской ассоциации страховщиков, и беседовали о том, что мы мало заботимся о нашем будущем, мы мало беседуем с нашими родными и близкими на тему того сценария, как действовать, случись с нами что-то плохое, непредвиденное. Где наследство, кому что достанется, все эти пенсионные накопления, машины, квартиры, деньги, заначки и прочие подобные вещи. А говорить об этом нужно, и как только что подчеркнул Янис Абашин, латвийцы полагаются на Бога, черта, на соседа, на кого угодно, кроме как на себя, в то время как в странах Старой Европы даже эти самые показатели страхования жизни составляют 60% от населения против наших каких-то зачаточных 25. Спасибо вам большое. Всего спасибо, доброго, хорошего дня. Всего доброго. Да. Мы тоже сделаем небольшой перерыв, после чего продолжим программу «Утро на Болткоме». Утро на Болткоме.